Барух, доброе утро, дорогие друзья. Мы продолжаем законы Хануки. Рошходеш Тевет, Шехал бе Шаббат. Рошходеш Тевет, который попадается на Шаббат, это попадается на Хануку. Муциим шелоша сифре Тора. В этом году попадается это на Хануку. Выносим три сифре Тора. Векорим шиша бе Парашата Шавуа. И читает шесть алиот на Парашата Шавуа. Обычный параша, который там есть. והשביעי משלים והקריאה בספר שני והוא של ראש חודש. И седьмой читает второй сефер Тору, это משלים, седьмой. И это на ראש חודש, это ראש חודש. Да. משלים это второй, другая сефер Тора. והמפטיר קורא בספר Тора השלישי בפרשת הנשיאים. И Мафтир читает на третий сефер Тора. Это Парашат Несиим, то есть принцы каждого колена, они приносили жертвоприношение. Каждый день мы читаем для разного принцев. Вехишлим сефер шени умер хаци кадиш. И Машлим, конечно же, на второй сефер Тора говорит хаци кадиш. То есть Машлим хадиш кади, как вы сказали. Вехен Мафтир умер хаци кадиш. И Мафтир тоже говорит פול קדישה, ואם עלו שבעה עולים, או יותר בספר ראשון, יאמרו שלושה קדישים. Но если на ספר תורה первый, я сказал, шесть выходят, да? Если много, которые עולים хотят. Если семь вынесли на первый ספר תורה, то на первый ספר תורה тоже могут сказать קדיש. Тоже можно сказать три קדישה на три ספר תורי. וכל ספר תורה, וכן יש לנהוג בראש חודש ניסן שחל להיות בשבת. То, что также на Ниссан, который попадается на Рош Шаббат. Но почему? Там можно на 7 сделать, потому что 7 алиот на 7 разделено. То есть обычно на 7 же мы читаем. То есть там делить ничего не нужно. Но тут на 6 читают. Да, тут на 6 читается. Мы просто... и поэтому на 6 кадыш не нужно, на 7 кадыш нужно. То есть тут получается вместо 8 алиот на Шаббат, получается 9 алиот на Шаббат. Понятно, да? 8... 6, 1, 1, или же, если хотите еще кадыш, можно 7, 1, 1. Понятно, да? ומוציאים בו שלושה ספרי תורה, שיש לומר קדיש על ספר תורה הראשון, רק אם אנו שבעה עולים, כגון שיהיה עליית מוסיפין, שאז יש לומר חצי קדיש לכל ספר תורה, ומחל נשאר לנו החובת היום בספר הראשון. То есть запомните, когда три сефер Торы, на первый сефер Тора говорят кадиш, только если все семь прочитали. Вирацион, Шашем Итбарах Ясей, Ману и Симуни Флаот. Дай Бог, чтобы Всевышний сделал с нами чудеса. Кому же остали Аутер Бамима Хаймбас Маназе, который сделал все дни. В это время Исраэль, Лумша, Вашем, Душа, Дуламим, Ниске, Левиата, Машея, Циткену. Дай Бог, чтобы пришел Машея, Дуршем. Венадли, Каману, Раба, Ведам, Мигдашену, Бефтартену, Мелех, Бефтарту, Тазена, Анену, Вимира, Бефтарту. Дай Бог, чтобы зажгли, Бефтарту, вот этот... на Бет-Амикдаш, вот этот самый Менора, Безрат Ашем, который в Бет-Амикдаше, в наши дни, Баруха Адонай, Лаолам, Амен ва Амен, Шаббат Шалом.